Всем здравствуйте, наша невеста. У нас сегодня необычный день. Все, друзья, мы только в ЗАГС еще едем. Пока едем в ЗАГС. Всем привет! Че, готовы? Да, у меня, правда, прическа испортилась. Давай подержим, пока мы едем. Пока проехали на кабриолете, немножко так, Саша, пожалуйста. Проехали два поста. Они сделали вид, что нас не увидели. Но я думаю, они отвлеклись. Я просто помолилась перед выездом. Думаю, чтобы хотя бы пропустили, потому что могут везде поставить блоки. Сама сделала букетик. Так как цветочный не работает. Цветочный не работает. Парикмахерский не работает. Пришлет цветы. Спасибо большое. Я не знаю, как человека зовут, но спасибо ему большое, что он выручил. Вот, хотя бы есть элементы красного, потому что у Саши красный галстучек, красные ботинки и ремень. Ну, он модный парень, что. Немножко страсти добавили. Ну, я немножко себе взяла красную сумку на всякий случай, чтобы хоть как-то не выбиваться с момента нашего лука. Солнышко вылезло, ура! Потому что мы сегодня встали, мы вчера шторочки повесили у нас на веранде. Они все растрепались, запутали наши цветы. Прям слезно. Мы сегодня утром вышли холодно, тучно. Санечка. Всем привет, друзья мои. У нас сегодня свадьба. И мы едем сейчас в ЗАГС. Люди в белом, с красной атрибутикой, на красном автомобиле. Да, вот красный автомобиль. Мы его не помыли, все мойки закрыты. Представляете? Ну, короче, подстригала мужа будущего я. Лепила себе прическу я, красилась сама. Я вообще женщина, знаете, на все руки мастер. Золотой человек! Букетик еще лепили. Вот, еще я замариновала немножко еды перед тем, как мы приедем. У меня подружка поможет нам приготовить. Потому что мы не знаем, какой ресторан может нам доставку готовой еды сдать. Мы не понимаем, что работает сейчас. Мы вообще не понимаем. Город пустой, одни мы едем. Можно снимать фильм, кстати. Очень круто. Как будто все умерли, только мы. Зомби, знаете? Зомби, да. Ой, сколько вас, уже почти полмиллиона. Полмиллиона? 500 тысяч. 500.